Привет всем, с вами программа Ревизора, и сегодня мы находимся в парке. Я вам покажу, как выглядит площадка для уличных тренировок, когда администрация парка решила сэкономить деньги и закупить некачественное оборудование. Напомню, что этой площадке буквально год. Погнали! Итак, вот это должен был быть каскад турников, но проблема в том, что среднего турничка уже нет. Да, отвалился, сломался, я и не знаю, что с ним было. Непонятная байда. Смотрите на эти облезлые комплексы. Господи, как будто после бомбежки они все. Что с ними было? Что? Как? Вот что значит не красить порошковым напылением. Да вы посмотрите только. Честно говоря, впервые вижу площадку вот такого типа в таком состоянии. Что здесь происходило, я не знаю. Господи. Это реально жутко смотрится, как будто мы в Белграде после бомбежки натовской. Что происходит? На удивление, деревяшка оказалась целой. На удивление. Но все остальное... Что здесь происходило? Вот это вообще круто. Почему бы не приварить, да? Почему бы не убить вообще все преимущество хомутовых площадок и не заняться сваркой? К тому же я уверен, что никто эту сварку не контролировал, поэтому качество и безопасность людей, которые здесь занимаются, она под вопросом. Под вопросом. И именно здесь мне предстоит сегодня тренироваться. Сегодня последний день продвинутого блока. Мы дошли до него. Ну, поскольку в Москве занимаемся, то скорее дожили. Учитывая, какая здесь опасность подстерегать может вас на каждом углу. Но нам повезло. В общем, что сегодня? Делаю плеометрику. Здесь очень лед. Поэтому я надеюсь, что никто не расстроится, если я... Секундочку. О, круто. Здесь прорезиненное покрытие. Значит, здесь я буду делать отжимашки. Как бы это объединить-то теперь, да? В общем, никто, надеюсь, не обидится. Ладно, я буду делать подтягивания, я буду делать приседания, буду делать отжимания. Я буду делать приседания, поскольку поверхность здесь нормальная, не скользкая. Я думаю, нормально, я пропрыгаю этот последний день. Колено себя чувствует нормально. Главное, хорошо разогреться, чем я сейчас займусь. И после этого в последний раз окунемся в подходики. Эх, будет весело. Погнали. We'll be right back.
Вот такая вот вышла тренировка сегодня. Колено немножко чувствуется после позавчерашнего, поэтому славно, что продвинутый блок и плиометрические техники закончились. Впереди нас ждет турбоблок или фристайл-блок, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, в каком году, в каком запуске. И остается совсем чуть-чуть, последний, так сказать, рывок перед финишем. И, кстати, я понял, почему здесь сварка, а не хомут. Вот здесь вот. Потому что дегенераты, которые ставили эту площадку, поставили столбы не на той ширине. То есть, если вы посмотрите, вот здесь расстояние одно, а вот здесь расстояние у них получилось больше. Как можно так ставить площадки? Я не знаю. Но такое случается, если тебе из бюджета на площадку выделяют одну сумму, а ты хочешь сэкономить или положить ее часть в карман. И выбираешь некачественного подрядчика. Что это за дырки в трубах? О, господи. Это ужасно. Экономить на здоровье жителей района, посетителей парка, детей. Вон маленький ребенок там даже. Он может вырасти и пострадать от такой халатности чиновника. Ладно, в любом случае, завтра будет новый день, новая тренировка или нет тренировки. У меня, по-моему, завтра день отдыха. Такие дела. Увидимся. Всем хороших тренировок, хороших дней. Пока.